В Магадане завершается весенний призыв 2020 года, который длился более 2 месяцев. Последняя отправка состоится в пятницу 10 июля. Наибольшее количество молодых людей направлено в воинские части Приморского, Хабарского края и Амурскую область. Они будут служить во всех видах и родах войск, включая авиацию, флот, ракетные войска. Большая часть призывников направлена на прохождение службы в сухопутные войска. Во время эпидемиологической ситуации будущие солдаты проходят все необходимые меры медицинской безопасности с момента вручения повестки. Барьерные зоны защитные созданы. Там, на территории, куда прибывают наши призывники, созданы 2 зоны доступа. Это городской военкомат, где организована встреча всех призывников, прибывающих с районов и с города Магадана. Идет изоляция их и, соответственно, проведение тестирования специалистами 301-го военного госпиталя. Все 100% наших призывников, те, у которых нет заболевания, они на специально подготовленном транспорте, который прошел санитарную обработку, доставляются на сборный пункт. При транспортировке новобранцев со сборного пункта до аэропорта используют специальный автобус с запасом свободных мест для соблюдения необходимой дистанции между пассажирами. До места службы призывников доставляют в отдельном самолете, без контакта с гражданскими лицами. После прибытия в воинские части они пройдут 2-недельный карантин. Будущие солдаты прослужат 1 год.